Всем подписчикам привет. Сегодня будем строить теплицу арочную 3х5 на брусе. Брус поверх бехатона. Пока приехали, разложились, приступаем к монтажу. Каркас теплицы мы поставили, нанизали поликарбонат на покрытие. Сейчас будем его обклеивать, прокручивать, параллельно делать двери. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу арочную 3х5. Идем смотреть. Дверь с форточкой с торца. С другого торца аналогично. Каркас сделан с профильной трубы 20 на 20. Покраска полимерно-порошковым способом, цвет шоколад. Стоит все на брусе. Брус 100 на 150 на ребре. И лежит вот так вот поверх бехатона. Закреплен с помощью пластин и анкеров. Также есть диагональные усилители. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотности, торцы защищены, 0,8 плотности. Все торцы защищены торцевым профилем. По периметру установлен резиновый торцевой уплотнитель. В дверном проеме тоже стоит уплотнитель. Вот такая вот отличная теплица. У нас получилось. У меня на этом все. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Всем пока.